Международный союз биатлонистов, ИБУ, оставил в силе решение об ограничении в правах Союз биатлонистов России, СБР. К сожалению, нам не удалось этот вопрос решить с первой попытки, приводит РИА Новости. Слова вице-президента ИБУ, члена правления СБР Виктора Майгурова. В декабре 2017 года ИБУ ограничил в правах СБР из-за нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Ранее стал известен состав сборной России по биатлону. Сезон 2018-19.